телеграм-канале промышленного района предлагают поддержать номинанта областной акции «Народное признание» в номинации «Единство и успех» ГБУС Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Проголосовать можно на сайте правительства Самарской области. Если возникнет сообщение об ошибке подключения, нажмите на кнопку «Дополнительно». В раскрывшемся меню перейдите по гиперссылке «Перейти на сайт». При голосовании на странице сайта обязательно поставьте галочку в поле «Я не робот». Ваш голос будет принят, если название кнопки изменится на «Переголосовать». Проголосовать можно в пунктах голосования по адресам: улица Краснодонская, 32А, проспект Кирова, 72, улица Зои Космодемьянской, 17А. Многие законные представители несовершеннолетних сталкиваются с такой проблемой, как отказ банка в выдаче денежных средств со счетов, открытых на имя детей подопечных, пишут в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. В обязательном порядке банк требует разрешения органа опеки. Существует простой выход из ситуации – открытие номинального счета в банке на родителей законных представителей детей для снятия денежных средств без разрешения органов опеки. На счет зачисляются только социальные выплаты на содержание подопечных, алименты, пенсии по инвалидности или по потере кормильца, пособия, другие средства, выплачиваемые на содержание подопечных. Средства, зачисленные на номинальный счет, расходуются родителями, законными представителями без разрешения органов опеки и попечительства. Администрация железнодорожного района Самары предупреждает жителей о мошенничестве с пушкинской картой. Будьте бдительны, не позволяйте вас обмануть. В карточках описаны правила безопасного использования карты. Если вам предлагают купить или обналичить пушкинскую карту, это мошенники. Суть преступной схемы – безвозвратно списать деньги с вашей карты. Никому не сообщайте персональные данные. Если с вашей карты незаконно списали деньги, заблокируйте ее.